Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофи Фарпачик, Сайл Алекс Фокс, и у нас давненько не было Манечка в CS:GO! Хаты! Всем здорово, Манечки! Хаты! Всем здорово, Манечки! Пацаны, что это за режим? Что за правило? Я не понимаю. Неделю не было Манечка, пацаны, понимаете? Это кошмар! В общем, ребят, вышла новая карта, это дом YouTube какой-то, я не знаю, но хочу пожелать вам приятного просмотра, приятного аппетита, ну а мы начинаем! Розыгрыши, честный дроп. Интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. А Санечек, первый маньячочек, как неделю назад? Ох, как давно я этого не видел! Так, парни, парни, бегом за мной. Сейчас топовую нычку вам покажу. Там, Кирюх, просто прыгни вот здесь вот. Ну и нас, я думаю, здесь никто не найдет, и мы еще застряли в друг друге. Сейчас, надо вылететь вот так вот, надо просто вылетать. Все, нас никто здесь не... Мы с кем? Так, я вижу Кирилла и... Нас не найдут. Ну все, никто. Парни, мы прям со всеми. Там еще братишка с нами, ребята. Смотри, смотри, чекай. С первого раза в окно попаду сейчас. Давай. На какое окно? Кирюха, неправильно давай. Так, кто первый попал, тот раз... Да кто меня... Попытка Кирилла. Да, блин, я вот так вот. Изи, пацаны, просто изи. Ты не попал. Это моя была. У меня заснято, у меня все пруфы доказали. Я попал, алло. Второй раз кинул. Так. Так, пацаны, сейчас столько взрывов будет. А где Саня? Саня, ты где? Смотри. Нет. Да китал. Это что? Это что за лифт сейчас такой был? Я не понимаю, эта игра какая-то странная. Ну да, лаги какие-то, лаги. Я летаю. Так, что это такое? Что я делаю? А где Саня? Так, все, давайте без взрыва. А, вон он, зашел. Как резко замолчали там все. Олег, он не наверху был. Да я знаю. Ай, дратути. Вон он, не вылазит туда, не вылазит, не вылазит. Тихо. Смотри, оп, не вылазит, он спустился. Олег! Он везде откуда появился! И вот я случайно упал, я не видел его! Ну слушай, ты что-то фиговое место какое-то, пацаны, было. Ну вот братишку ты не достанешь. А, все, не допрыгнул, да? Так, ребят, как бы это, Саня снова маньяк. А как мне туда попасть к вам? Да не так, пойдите, чё. По-моему, вот здесь вот где-то так. Как ведь туда попасть? У нас еще 20 сек есть. А, не понял. Ребят, я телепортировался. Парни, за мной. Вот сюда. Прыгаем. Опа! Так, самое главное. Да, просто допрыгните. Маньяк вышел, пацаны. Бегу. Да кто это? Минус братишка. Минус брат. А, это братишка. Так, а это братишка, кто? Братишка, беги. А, Кирилл. Это я. Фига у меня сейчас твой голос-то прям раздвоился. А где Саня, хочешь ты, наверное, спросить? А я не знаю. Он забежал. Где Саня? Ну вот и Саня. По таймингу. По таймингу. А где твои друзья? А вот не надо палить друзей. Смотри, Кирюха упадет сейчас, смотри. Мяу. У меня труп Кирюхи упал. У меня не упал. А я лежу еще. Он у меня застрял на крыше и потом сполз просто вниз упал. Мне ничего. А я лежу. Ну да, как бы, вот. И я ему такой говорю, короче. Ой, знаешь, это граната работает. Работает как телепорт. Зачем вы так? А он не сможет сюда попасть. А он не сможет, да, это понятное дело. Но все же. Других выходов же здесь нету, да? Блин. Так, он ушел, нет? Я не знаю, я не могу за ним смотреть. Пацаны, надо что-то делать. Пацаны. А ну-ка, да, Саня, ты достал ловить, где ты был? Я думал, ты ушел. Я думал, ты ушел, засранец ты такой. Пацаны, не выходите, он там поджидает. Ребят, ну я вроде спрятался, а вы где? А, подожди, стоп, у нас, во-первых, маньяк, ты Илья, так, а куда идти? Маньяк Илья. Надо вспомнить какие-нибудь нычки, так, ладно, я пошел. Так, подожди, я вот тоже стою на крыше, мне надо вспомнить срочно нычку. А что вы на крыше-то делаете? Ты сам спалил из себя только что, Кирюх. Пойдем. Ай, Саня! А маньячок-то вышел, пацаны! Убегай, Кирилл, убегай! Да ёпарасоте! Так. Маньяк на первом этаже, пацаны, маньяк на первом этаже, будьте аккуратнее! Он не на первом, на крыше. Он был на первом этаже. Все, Кирилл, все, я видел. Это не он. Я видел. Это был не он. Олег, все, я понял. Чё? Это не ты. Да. Это братишка. Так, я вот думаю, как мне поставить. А, вот это кто? А, Кирилл, это я. Блин, очково находиться вообще, тут что-то блин, открыто. Блин, как туда попасть? Только здесь открывать Блин.
Беги, да. Кирилл, беги. Это не я. Ну, в смысле, это не за мной бежал. Ну, рядом. Я не знаю, куда деться мне. Подожди. О, нифига. Вот это круто. Здорово. Здорово. Кирюх, я вот поэтому и видел, как ты вот тут вот пробежал, короче. Да, я понял. Так, ну, короче, стоим пока что, если что, здесь. А там вообще там можно зайти. Где? Да, вот я вот про это и говорю. Если что, можно, короче, вот пока сюда здесь посидеть. Но место для одного, Кирилл, к сожалению. А как там? А что там? Команда. Какая команда? Какая? Не понял. Тайзер, как прописать? Я понял, он для меня прописал. Гив, вебан, нижнее подчеркивание. Не говорите, не надо. А зачем? Блин! СВЧиц 0! СВЧиц 0! Успел. Успел? Успел. Да успел. Не, ну так, это как бы реликвия. Ладно, брат, так уже быть. Я тебя спасаю. Ой, зачем я тазер один? Вот. Тазер один? Я вижу, как он стоит в углу и прописывает себе тазер. Где он? Да, он бы в жизни так работал. Подожди, я сейчас попробую в жизни прописать. Give me gold. Give me money. Это не работает, по-моему. Не работает. Деньги не сыпятся с неба, к сожалению. Можно, да, вот эти? А где, подожди. Олег, я предлагаю назад забежать. Да. Давай не будем воевать. Да, давай. Потому что... А стоп, Саня, ты еще тоже живой. Да, я вижу. Знаешь, Саня, как Илью можно забайтить? Знаешь, как его можно забайтить? А. Так, сейчас я вот. А, так, он там стоит? Он там стоит? Да. Ай-яй-яй, больно. Он мне делает больно. Олег, убегай. Тихо. Все, я, короче, не хочу байтить, там просто непонятно, куда прыгать надо. Поэтому я лучше пока посижу здесь. Так ты знаешь, с этой стороны вроде понятнее, как же. Нет, мы не в добе. Да я вижу. Ты думал, я не видел, что ли? Опа. Кирюха, сваливай! Кирюха, убегай! Он прям сзади бежит! Кирюха! Нет! Не убивай моего друга! Я бегу! Я походу остался один. Он прям сзади! Он прям сзади! Понятно? Мне 17 Я прям слышу, как вы бежите, пацаны! Я прям слышал это. О, нифига, Олег, вот это нычечка. Да, это хорошая нычка, двухсторонняя, как бы, Илья. У тебя есть ровно минуты и 17 секунд, чтобы найти меня. Если нажмешь, она откроется. Да, если нажмешь, она откроется. А если нажмешь, то... Можно это наверх нельзя? Вот наверх нельзя, Олег? Туда? Да. Нет? Блин, плохо. Можно пэцказгу? Да, нет, что? Пэцказгу? Пэцказгу. Ну, смотри, я сижу на первом этаже. Вот, тебе надо найти меня. Нет, не там, Олег. Бедым. Да, тебе надо просто найти на первом этаже, где-то меня... Да не здесь. Дверь закрой за себя, пожалуйста. Не здесь, Илья. Сань? Я перепутал. Нет. Оля, кома и сан. Ну, в принципе, это ожидаемо. Здесь я за... Ой, нормально, я здесь застопорился почему-то. Я тоже застопорился. Все, это конец. Это конец. Бежим, пердим. Бежим-пердим. Так, я почти добежал до телепорта! Почти. Добежали. Ну почти не считается. Пацаны, настал момент показать вам особенное место. Ясно. Я походу понял, пацаны, куда мы идем. Я походу понял. Есть то, значит, такая ныкуля прикольная. Я знаю нычки здесь, так что не палитесь. Ну давай, проверим. Проверим, Кирюк, тебя как раз таки на знание. Я буду слушать, что вы говорите. Ну смотри, так, пока ничего не будем говорить. Пока нет, пока не рассчитываю на подсказки. Как бы раунд еще даже не начался, по сути, потому что ты еще не выжил. Так, это кто? Здрасте. Нет, тазер себе прописал. Ну вот, красава. Так, ну, слушай, неплохо пока ныкули. Конечно, тесновато как бы, но до тесноте не вовиде. Зачем? Вот, тут нормально. Да где? Да да почему по лестницам нельзя подняться? Фига, Саня, куда залез? О! Илья? Куда ты пошел? Зачем? Там куда я надеюсь, ты выжил. Так, Кирюха, ну что, как успехи? Как успехи? О! А что, о? Сань, там может что-нибудь есть там? Наш персонаж. Может, еще куда-то можно залезть? А тут что-нибудь ломается? Не открывается, ничего. Ну, то есть, чтобы выйти, надо вот прыгнуть туда, да? Я понял. Да. Ну, Кирюха, что я могу сказать? Удачи! Не найдешь все равно. Дернусь, не найдешь. Найду. Ну давай. Найду. Ой! Да что вы оставили мне? Come on, buddy. Так, ты намотался, Кирюх, на дерево. Кирюх, хочешь дам подсказку? Кирюх, хочешь дам подсказку? Давай. Острый, видишь белый автомобиль? Да я вон Саню вижу. А, подожди, это Саня там по стенке пробежал? Да. Я видел. Блин, я, кстати, хотел пойти туда потом, алло. Долго бежать не сможешь. Я, короче, я пока посижу тут в компы поиграю. Ну, как бы, это подсказка тоже была. Мне кажется, да. Кирюха догадался, где я уже сижу. Все... Нет, не совсем... А, подожди, ну компы есть там. Ну, компы это только как бы в одном месте. Если что. Оп.
Танечек. До сих пор не... Ну-ка, минус Саня, минус Саня, минус Саня, минус Саня, минус Саня. Да не, не. Минус Саня, да ёпта. Саня, Саня красава убегает от него. Стоямба. Я устал сидеть там. Подожди, подожди. Сань, я вижу вас. Сань, я буду преследовать и смотреть за вами. Давай, давай. Ой, вот это ты зря сделал. Кто? Да, я зря это сделал. Кто? Он между деревом чуть застрял. Ой, ну все, походу, чё, пацаны, там так долго бегаете? Это самое долгое, походу, преследование за последние 10 лет. Ну реально! Я на секунду подумал, что упал. Так, нет. Так. Нет. 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 Да нет же. Преследование. Я не думал, что так раунд закончится. Я думал, я еще побегаю надо немножко. Надо было не прыгать туда. Да капец. Ну что, ребята, маньяк у нас, братишка, наш подписчик, поэтому, да. Парни, нам надо срочно... Кстати, ребят, посмотрите просто на мой пинг, на пинг Сани и на пинг Ильи. Чисто, когда ты живешь в Калининграде. Когда ты переехал в Калининград. Так, парни, а по-моему, нычки-то закончились, да? У меня есть, у меня есть. А где? У меня есть нычка. Чё, не могу полететь? Олег, за тебя маньяк. Я не могу полететь, заподняться. Тихо-тихо. Есть топовая нычка. А где, парни, где, куда идти? Я спрятался. Ребят, мне нужна помощь. Подвога нужна, где? Ой, напишите в чате, подожди. Я приду к вам, ребят. А тут, тут можно тоже... Это крыша, мы можем сказать тебе. А, вы на... а реально, мы же это... Я забыл, что братишка не слышит нас. А вон братишка. Так, я сейчас попробую, парни, к вам подойти. Ну, здорово. И чё, и это вся ваша нычка? Да. Да, у нас самая топовая нычка. А попробуй забери сюда. Погоди, я под лестницей, пацаки. Ну если чё, можно в принципе на дерево залезть. Я думаю, если он там будет бежать, то он дерево вряд ли заметит. Я под лестницей. А, ну под лестницей это место я знаю, как бы, но не особо там как бы это надежное, потому что сами понимаете, то что как бы. Пацаны, интересно, он меня здесь найдет? Нет вообще. А где ты? Где? Куда? Пацаны, вы все как-то. Я просто спрятался в лианы. Нет, ну как это? Да, я на дереве. Живая изгородь называется. О, нифига, я что вспомнил. На крышу? Да, я вижу, на крыше. Смотри, 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 не видит, не видит. Тихо. Мне кажется, он нас видит. Мне кажется, он спалил нас. Саня, беги! Спасайся! Оба! У меня лучшая нычка! Тихо-тихо-тихо! Саня, он сзади! Саня, он сзади! Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Я вижу, кто-то бежит, а кто это? Подожди. Он зашел к тебе. А, это Саня, это Саня. Я обдурил! Обдурил! Отлично! Не догонит он меня! Не догонит он меня! Пожалуйста, только не приведи его ко мне, пожалуйста. А где ты, Кирюк, сидишь? Вот как выйдешь и направо не поворачивай. Так. Так, 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 так. На внешнем дворике. Я посижу здесь, пацаны, я посижу здесь. Он теряет просто так. Ребят, я... Так, нет, он идет ко мне, нет! Ну-ка. Долетел. Да, летел. Ну, нифига. Чисто повезло. Илья, это нормально там вообще, а? Тебе там ходит по уступ там... Олег, видишь меня? А, вот здесь! Да какого просто что? Не беги в мою сторону. Ну что ж, дорогие друзья, вот такая вот сегодня серия по Муничку в CSGO подошла к концу. Я надеюсь, она вам понравилась. И поставили лайки, подписались на все наши каналы. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Кофи, Варпачик, Сайл, Алекс Фокс и наш подписчик. И всем до скорой встречи. И всем пока-пока. Пока, друзья. Пока. Просто пока!